это метод управления экологией. С точки зрения исследования, была взята книга Коллинза «От хорошего к великому». Об этой книге речь уже шла. В частности, говорилось о том, что существует 5 стадий краха, которым управляет человек, или система координат. То есть Коллинз задался вопросом, собственно, почему одни компании прорыв совершают в своей деятельности, а другие не совершают. Более того, он говорит о том, что существует определенного рода американский стереотип, что хорошее – это враг великого. Что, по сути, сделал Коллинз? Он взял все компании, которые, по сути, достаточно разительно отличались от всех остальных на рынке. То есть те компании, которые принято считать великими. Естественно, он руководствовался определенного рода статистическими данными, согласно которым эти компании отличались от всех остальных. Он взял на исследование такой временной интервал, как 15 лет. Да? То есть если на протяжении 15 лет компания достигает определенного рода результатов, то здесь с точностью можно утверждать, что 15 лет компания вести не может. Значит, действительно, это тот объект, с которым необходимо работать. Как происходит работа с данным механизмом? Как, по сути, приходит понимание, хорошая компания или плохая? И вообще, хорошо обстоят дела или плохо? Сначала человек попадает в состояние сна. Затем некое состояние X. Буферная зона, по сути. Это предбуфер. Называем. Что Орбуф? Орбуф, конечно. Это Орбуф, конечно. Что здесь интересно уже на этом этапе, что не всегда человек попадает на старт. Некоторые товарищи даже стартовать не надо, они сразу попадают в Орбуф. Или в плохо. Далее после Орбуфера необходимо пройти определенного рода дистанцию. Потому что затем человек попадает в плохо. Плохая компания, либо хорошо. Это касается не только компании, это и людей касается всего, что только не попадет. Поскольку мы знаем из РПТК 11 сектор, что все система, то мы можем говорить здесь и о системе координатном подходе, и о терминальном. С человеком точно так же. Но есть люди, которым не нужно даже проходить дистанции, они могут сразу попасть в плохо. То есть вот так вот выглядит этот единый механизм. То есть есть предстартовая зона, есть старт, есть орбуфер, есть дистанция, есть плохо или хорошо. И это очень важный механизм дрофы, крайне важный. Орбуфер. Основной. Потому что после блока человек всегда возвращается в орбуфер. Совещается сам с собой или с кем-то и опять начинает что-то делать, и опять попадает в плохо, и опять возвращается в орбуфер. И постоянное возвращение в орбуфер – это основа дрофы. Проблема в том, что он не желает вернуться на старт. И уж или в предстартовую зону. Говорить его вернуться в предстартовую зону невозможно. Почему его невозможно? Здесь в предбуферной зоне он считает, что он кем-то является. Здесь у него есть старт. И он не может позволить себе вернуться на старт или вообще на предстартовую зону, где он никто и звать его никак. И начинать с полного нуля проходить абсолютно все. И он не будет возвращаться даже из плохо, из очень плохо, на предстартовую зону, он все равно будет возвращаться в орбуфер до тех пор, пока у него в этом орбуфере есть все возможные варианты, которые нужно проходить еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Вот он был как колесит, собственно, все эти варианты проходят. Если он не может вернуться в предстартовую зону или на старт, значит он может просто перейти куда? В другой орбуфер. То есть движение по орбуферам, оно очень даже возможно. И все движения человека, по сути своей, в жизни его, это движение по орбуферам. Организационным буферам, орбуферам. То есть он не может двигаться. То есть смотрите, как это происходит. Я что-то начал делать, попал плохо, пошел к подруге, посидел, поговорил, подруга сказала, у меня такое было, у бабушки забрать это смерть, тебе срочно нужно пойти к колдуне. Ты пошел к колдуне сказал закопать 40 этих поросят
копченых на кладбище, вы закопали, ничего не получилось, вы пошли искать новую подругу следующего буфера и бесконечности. То есть движение по буферам – это и есть дрофа. Человек переходит с одного буфера в другой. С буфера компании в буфер адвокатской конторы. С буфера адвокатской конторы в буфер суда. С буфера суда. И вот так он шляется по буферам с утра до вечера, совещаясь, чтобы оставаться кем-то. Сражаясь за то, чтобы быть кем-то. Понимаете? В этом вся суть дрофы. Невозможен возврат в предстартовую зону, невозможен возврат на старт, а движение порт-буферов очень даже возможно. И поэтому нам плохо, нам нужно на кого-то свалить. Мы быстро адвоката нашли, сказали, что все плохо, что-то ему не досказали. Адвокат пошел, начал что-то не то делать, потому что он не располагает всей информацией. Сделали адвоката виноватым, нашли следующий порт-буфер, пошли к подруге, рассказали, какая сволочь адвокат. Подруга сказала, пойди найди другого адвоката, пошла в следующий порт-буфер. Движение порт-буфера бесконечно. Самый лучший орбуфер – это кто? Семья. Из семьи в семью движение. От родственника к родственнику, от орбуфера к орбуферу и обратно. Побежали к подругам, потом к маме в семью. К подругам, потом к маме в семью. Движение. Орбуфер один, орбуфер два. Орбуфер один, орбуфер два. То есть в дрофее все стараются двигаться из орбуфера в орбуфер. Запомните. Сюда возврат невозможен, на старт возврат невозможен. То есть, смотрите, да все, шестолярно положить начало, уже 40 лет. Как? Значит, орбуфер. И человеку есть орбуфер, который нравится человеку, и есть орбуфер, который не нравится. Он двигается в какой? Который нравится. А там он что? Это чужой орбуфер. Он туда приперся, ему сразу говорят, ты никто, и зовут тебя что? Никак. Он говорит, как я что-то... Он говорит, не, нифига, тут наш арбуфер. Мы будем совещаемся, да. Хочешь садись с нами за столом, ну народ закрой. Он говорит, мне его не нравится, я пойду в другой. Приходит, а как там не знают, что делать. Он говорит, я знаю, опа, присоединился в арбуфер. Сидит, опытом делится, поделился, все пошли, побежали, сделали, тоже ничего не получилось, он уже из арбуфера вышел, уже в другом арбуфере сидит. То есть движение из арбуфера в арбуфер. С буфера в буфер, с буфера в буфер, с буфера в буфер. Невозможен возврат на предстартовую зону, на старт. Возможно движение только в плохо или хорошо. После хорошо, следующее хорошо, потом опять хорошо, потом очень плохо, опять он будет. Потому что в дрофе долго хорошо не бывает. В дрофе все конечно. Поэтому полоса черная, полоса белая, после черной он будет. Сразу он будет. Так работает система движения по орбуферам. Это метод, это следствие метода управления эталоном. Давайте посмотрим, какие эталоны бывают. Ну, эталоны, соответственно, бывают терминальные системы координат. То есть все эталоны в этом мире поделены на элементы системы координатной, система координатной и терминальные. Но можно сказать, что раз элемент системы координат является составной частью системы координат, соответственно, можно сказать, что они бывают терминальные и, так сказать, система координат. Ну, давайте. Смотри. Да. Терминальные эталоны. Терминальные эталоны. Самые высокие терминальные эталоны – это духовные эталоны. Это пророки, это наставники человечества, святые отцы. Да, это духовный эталон, это самый высокий уровень эталонов, которые существуют. Иисус Христос, Будда. Следующий тип эталонов. Это люди состоявшиеся. То есть те, кто сделали состояние, те, у кого есть чему поучиться. Собственно, они и пишут учебники по бизнес-религиям. Как я достиг всего лишь 25 лет. Прочее, прочее, прочее. Следующий тип, еще более низкого уровня. Собственно, здесь находятся те люди, которые владеют биологическими эталонами. То есть это законодательный мод. И последнее, это мастера. Да. Физические эталоны. Да, физические эталоны это мастера школ, да. То есть, например, есть школа живописи, да, люди, которые идут, пишут картины. Вот мастера этих школ, мастера боевых искусств, такие как Марихио Сима, Масатацу Аяма, Дзигара Кано. То есть это люди, которые умеют что-то делать. Ну, то есть, по сути, телом своим. Это вот у нас, так сказать, эталоны. И вы понимаете, да, что делается? Как тут работа происходит?
методом повышения эталона. Да? То есть если у вас такой эталон, я вам просто его повышаю на... И начинаю с вами разговаривать о тех эталонах и становлюсь для вас что? Выше вас. То есть если у меня эталоны выше вас, значит я и выше вас. Да, то есть вот по сути своей сочетание терминальных и системы координатных эталонов выстраивает возможность, решетку возможности управлять вашими эталонами так, как нужно, методом повышения на одну, на две риски вверх, чтобы вас что, заставить что-либо сделать. То есть это условие вот этого, то есть как вами ходят. Сначала метод управляемых эталонов, а потом использование вашего что? Двигателя. А те, кто шарится пока еще бесхозный, кем не ходят, их ищут где? В воркбуферах. Их ищут в воркбуферах, когда он попадает в воркбуфер, это место, где его что? Сначала методом управляемых эталонов, а потом методом что? Ограниченного двигателя. Начинают им ходить. Ваше количество движения в воркбуфер ограничено вашими знакомыми. Или случайными встречами. То есть это три буфера. Максимальное количество три. Если не считать семьи, это будет четыре. Обычно. И а у кого много связей, то много оргбуферов, а это что? Тормозит принятие решения, в какой оргбуфер. Так что скорость везде одинакова. Там потому что некуда идти, а здесь потому что плохо. Вот она схема, как дрофа держит людей вместе и организовывает их методом передвижения из оргбуфера в оргбуфер. Метод управляемых эталонов и дальше использование ограниченного двигателя. Из оргбуфера сразу вы конем буквой Г дальше пошли по жизни. Что, после почему человек идет в оргбуфер, то там не просто встречи, они там обсуждают именно эталон. Угу. И возможно эта система передвижения по оргбуферам в силу трех причин. Первое, то что сама система дропа и весь мир современный существует в силу заблуждения. То есть весь мир продолжает существовать в силу заблуждения. Это первое. То есть степень заблуждения, да, каждого из вас. Вторая причина заключается в том, что соглашение с терминалом может быть достигнуто только в зоне неизвестного для него. И третья причина, по сути, в том, что у человека, собственно, вообще удивительное, уникальное понимание того, что такое хорошо, а что такое плохо. То есть хорошо – это то, что позволяет реализовать его «хочу». Но как это выглядит конкретно, этот конечный инцидент, он не знает, он может его только скопировать. А поскольку у него все подобно, он пытается это делать. Более того, для него хорошо является все то, что обеспечивает его автоматическую жизнь. То есть, по сути, это та система координат, которая выглядит как абсолютное отображение его системы автоматизмов человеческого тела. Но чтобы построить свою собственную систему координат, выстроить ее в геометрии, необходимо знать как минимум программное обеспечение. Он этого всего не знает. И сам он так изучает методом проб и ошибок. Самое главное, то, что он считает, что мир весь купольный, а он глобусный. То есть для него полумира всегда еще невидимо. И эта невидимая часть, она к нему всегда поворачивается тем или иным элементом системы координат, а иногда и целой группой системы координат. Поэтому он никогда не знает, чем же он на самом деле мерит. А это вынуждает его снова идти искать другие эталоны, эталоны знающих людей, они находятся в других оргбуферах, а просто так его в этот оргбуфер брать не будут ни за какие ковришки. Потом он идет в следующий оргбуфер, следующий, и так, по сути, в силу этих трех причин, посредством метода управления эталонов и ограниченного двигательного навыка проходит вся жизнь человеческого терапевта.